Всем привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами, как всегда, Таня и Илья. Сегодня мы продолжаем играть в мой город. У нас уже третья глава. Если вы не видели предыдущее, для вас всплывет подсказочка. А мы вскрываем конвертик и узнаем, какие правила нам приготовила игра на третью главу. Так, компоненты какие-то новые, деревца, здание, так. Давай. Вперед. Так, наводнение. Затяжные дожди сделали строительство на левом берегу реки невозможным. Если раньше пригодных для строительства земель и так было мало, то теперь нехватка площадей становится серьезной проблемой. Пора строить лесопилку, чтобы отвоевать у леса более удобные для строительства земли. Угу, будем выбивать лес. Эпизод 7. Так, важно. В этой главе вам разрешается строить свои здания только на правом берегу реки. За видимые пустые светло-зеленые клетки на левой стороне игрового поля игроки не будут терять очки. Прикольно. Так, на левой стороне мы не будем терять. Да. Строить только здесь можно, здесь вообще нельзя. Но. Так. Эпизод 7. Применяются все правила на эпизодов с 1 по 6. Специальное правило из эпизода 6. Запрет на пас. С этого момента не действует. Ну, это понятно. Так, в конце эпизода 7, а также других эпизодов в этой главе, вы получите наклейки, которые будут наклеены на лесные клетки с маленькими квадратиками. Вот тут вот эти вот леса. Угу. Игрок, набравший наибольшее количество очков, не получает наклейки. Угу. А, типа и так. Да. Бонусик такой. Игрок, занявший второе место, получает одну светло-зеленую наклейку. Остальные игроки получают одну наклейку с изображением одного дерева. Ну, при игре вдвоем второй игрок считается остальным. То есть мы не будем деревья заклеивать, мы будем получать деревья. В принципе, все. Ну, вот. Как-то так. Так, что у нас тут? Повторим правила. Ну, непостроенное здание минус один. Сразу же, когда пасуешь за каждое дерево плюс один. Интересно. А на левом берегу за деревья считаются победные очки или нет? И за камни. Там сказано только про пустые зеленые. За светло-зеленые. Не будут терять очки. Ну, в принципе, нету смысла, оно у нас одинаково. То есть, и у тебя камни, и у меня. То есть, ну, нету смысла их вычитать, прибавлять. Ничего не поменяется. Так, в конце. Каждый камень минус один, пустая минус один, только на правом берегу. Так, количество построек большого цвета за каждую группу. 4 постройки рядом с колодцем, плюс 4. И 3 цвета рядом с церковью, плюс 3. Можно строить только справа от реки. И первый получит 2 кружочка, а остальные деревья наклеят. То есть второй игрок. Все, мы готовы начать. И понеслась. То есть у нас половина тайлов просто... Ну, да. Не построить. Угу. Хоп. Ну, наверное, возле колодца лучше. Ну да, тоже правильно. Так, маленькое синее здание. Так, вот. Да, не так. Церковь. Первая церковь. Секунду. Ладно, вот так, вот, круто. Может, вот так, и сверху, и разными. А, не получится у тебя никак уже разными, скорее всего. Ну, если только деревцам пожертвовать. Ну, деревцы 2 очка, а церковь 3, так что будет смысл. Ну, так, неплохо, чего-то.
тебя очень даже получается. У тебя вариантов очень много. Не, что, так неплохо. Так тоже неплохо. Наверное, вот так лучше. Ну, давай. Так, следующий. Желтый. Так, 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 так. О, красота. Мне только красного не хватает. Нет, не красота. Ну ладно. Попробуем вот так тут. Вот так лучше, да. Желтый, желтый. Давай. Угу. Синяя палка. Так, 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 так. Синяя палка. Так, как смотрит. Вот так, значит. Оп. Давай так. Желтая клюшка. Получу за церковь ничего. Ладно. Не беда. Все? Да. Синяя клюшка. Не ни зря одного... оставила. Ну да, да-да-да. Ни одного красного не выходит. Печально, совсем печально. Так, дальше. Вот красненький, наконец-то. Наконец-то. Дальше. Опять красненько. Так, 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 так. О, красота. Так. Желтая, знаешь как? Чётенько. Все летит. Желтенько, желтенько. Что рискнуть? Ладно, попробуем вот так. Хоп, все. Блин, голубой. Не получу за церковь. Ну, я тоже не получу, так что не волнуйся. Зато колодец уже окружил, уже хорошо. Да. Так, желтый. О, класс. Вот это очень кстати. Вот, видишь, красота. Желтая палка. Ну, она сюда кладется. Ну тут или много закрывать, или. Ну да. Так ты не можешь, тебе придется деревья закрыть, а камень это оставить. Это же ошибка, вот. Да, я уже допускала такую ошибку, так что. Или так. Ждать красный. Ну, смотри сама. Я пасую. Хорошо, давай. Снимай. Дальше. Вот, синенькая загогулина. Ну, как хорошо у тебя все. О, вот она. К сожалению, пролетаю из колодца. Давай вот так. Ну, у тебя особо выбора нету. Так, ну, карта выходит. Ну, и я покидаю эпизод. Все. Все остальные переворачиваю. А ты давай, думай. Я пасую. То есть будешь продолжать. С эпизода не уходишь. Нет. Ну, давай, давай. Вот я 3 очка потеряю. Я пасую. Ну, смотри, сама. Ну, ну вот. Вот, кстати, да. Кстати, это уже да. Получше будет. Еще и 5 очков. Ну, это если выйдет... А она не выйдет, потому что вот она.
Все, вот если ее туда. Ну, в любом случае, ставь. Ну. Так. Просто наверх положи. Ну, все, давай. Я выше уже ничего не спасет. Не, ну красненькая еще тебя спасает, кстати. Вот эту, кстати, следующую нельзя вкласть. Вот эту палку ты никто не кладет. И... Видишь, как повезло. Я сказал про нее, и она и вышла. Ну, тебе, конечно, да. Ну, тут... Все, давайте считать. Уже день накосячила. Да. Напишут в комментариях, не волнуйся. Поехали. За дерево у меня 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. У тебя? 1, 2. Добавляй. Так, ну 1, 2, 3. Не, это семерки, все правильно, да. Все правильно, так. 1, 2. Камни. У меня нету камня. У тебя есть камень? У тебя тоже нету камня. Пустые, светло-зеленые. У меня 1, 2. У тебя есть? 0. Класс. Давай группу считать. У меня желтые 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Красные 1, 2. 1, 2. И синие 1, 2, 3. 1, 2, 3. У тебя? Так, желтые 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Синие 1, 2, 3, 4. Угу. И красные у меня только 1, 2. Да. Дальше. 4 постройки рядом с колодцем. У меня 3. Я не получаю за колодец. У тебя? Так, этот 1, 2, 3, 4, даже 5 есть. И 1, 2, 3, 4, 5. 8 очков. И 3 цвета рядом с церковью. У меня 1 церковь, но нет красного. У тебя тоже не прокатило, да? Да. Но это же не считается. Она не прилегает. Все правильно. Это не считается. Надо, чтобы к церкви прилегало здание. Да, а оно не прилегает. А колодец рядом с колодцем. То есть, ну, колодец может быть на уголке, оно будет считаться, потому что рядом. К церкви должно прилегать. Все, мы закончили. У меня 21, у тебя 28. Закрашиваю 2 кружочка, а я клею деревца. Куда мне его наклеить? Все. Давай. Эпизод 8. Вперед. Читай. Так, эпизод 8. Применяются все правила из эпизодов с 1 по 7. В начале эпизода 8 каждый игрок получает 1 наклейку с изображением лесопилки. Круто. Приклейте лесопилку на 2 лесные клетки. Так, H11 и I11. Есть такое. В нижнем краю своего игрового поля. Наклеил. Дальше. Так, начиная с этого момента, каждый игрок должен строить свое первое здание рядом с лесопилкой, а не рядом с рекой. Вот оно что. Последующие здания могут быть построены, как обычно, рядом с уже построенными зданиями, или также рядом с лесопилкой, если для них есть место. Поверх лесопилки здания строить нельзя. В смысле поверх? Поверх. Ну, вверх только один. Поверх вот, имеется в виду вот так вот. Вот этот квадратик. Закрывать. Нет, нет, вот поверх вот так. То есть вот так строить нельзя. Нужно вот так строить, чтобы касаться хотя бы одной. Вот так вот. Ну, все понятно, на, строили сопилку. Есть там еще что-то? Ну, тут пример. Примечание. Ну-ка, прочитай. Примечание. Всякий раз, когда вы должны приклеить наклейку на определенное место на игровом поле, это место будет обозначено с помощью координат, к примеру, как выше H11, I11. Вверху над первым рядом вы найдете латинские буквы. От А до К.
А вдоль правой стороны вы найдете цифры от 1 да. до 11. Все, наклеили запилочку. И погнали. А, то есть это нам в этой главе полностью в левой стороне нельзя строить. В этой главе нам нельзя строить. То есть целая глава будет только справа. Все, ты готова? Так, да. 10 очков себе сделай. Погнали. Сразу же, церковь. Церковь. Церковь, церковь. Так, мы должны возле... Вот так, да. Вот так, хоба. Можешь, кстати, списать у меня. Даже если... А если так? Можно так, да. То есть и камень. И больше пространства. Ну, все правильно, ты, кстати, лучше делала. Молодец. Вот, красная загогулина. Нет, так не пойдет. Так тоже не пойдет. Ладно. Дальше. Так, маленькая штучка. Так. Жёлтые, одни загогулины лезут. Куда ж мне вас деть все? Синяя палка. Не хочется мне колодцы терять. Колодцы закроешь, да? Да, так нельзя. И... Ну, давай так. Желтая клюшка. Ну, видишь, как неплохо. А, все-таки камень останется, да? Ну, тут никак, наверное. Не, в принципе, в теории возможно. Нет, почему? Ну, а если так? Что там? Двоечки есть? Вот. В принципе, давай так. Так хотя бы я могу закрыть. Да, да, да. Все. О, синяя клюшечка. Хорошо, что я желтая не закрыл. Ого. Ну, прям напрашивается. Ну да. Красный уголок. Наверное, вот так. Так, нужен. Мне нужен синий уголок. Нужен, да. Давай вот сюда. Давай. Так, красный. Опять красная. Ай-ай-ай. Не подумала. Я закрою колодец, потому что она тут не светит мне. Наверное, вот так. Угу. Вот, желтенькая. Так, колодец. Тоже можно, да, его ж можно закрывать, в принципе. Не, все-таки синий цвет подожду. Сложный выбор, сложный. Ну, давай, придется. Закрываешь, да? Окей. А если синий не выйдет? Ну да, тут все сложно. Красненько. О, вот, пожалуйста. Это, да. Не туды и не сюды. Я пасую. Пасуешь прямо вот так. Синяя. Ну, так вот мы закроем, пожалуй. Ну, давай вот так. Ну, блин, деревья закрою. Не, давай все-таки вот так. Вот так, да? Ну, смотри, сама. Пожалуйста, на тебе. Куда хочешь, туда и ставь. Ну, мне даже некуда, так что мне приходится пасовать. Я тоже пасую. Ну, да. Так,
Так. Ну, у меня вот так вот. Хоба. Мне не хочется заканчиваться. Наверное, спасу. Давай, рискуешь. Все. Ну, вот что. Я так выхожу. Все, у меня. Куда я не поставлю. Так. Подожди. Ну, ты уже все, наверное, тоже. Но мне если только двоечки. Да. О. Вот тебе везет опять, блин. Камушки закрываю. Давай, дальше. Ну, наверное, я не буду больше. Не, так ты в любом случае открываешь. 4, 5. Вот сейчас уже решаешь. Все, выходишь или пасуешь? Я выхожу. Все, поехали. Так, за деревья давай считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У тебя? Тоже 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавляй. Так, 1, 2, 3. Угу. Все правильно. За камень у меня нету. У тебя тоже нету, да? Камней, да. За светло-зеленые. 1, 2, 3. -3. 1, 2, 3. У тебя? 1, 2, 3, 4, 5. -5. Давай группы считать. Так, синяя группа у меня только 2. Красная группа у меня 1, 2, 3. 1, 2, 3. И желтая 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, красная у тебя 1, 2. 1, 2. Синяя 3. А желтая считается? Нет, у тебя. Группы нет. Самая большая группа 1. Группа это 2 максимум. Из нескольких. Да, так, да. Так что все. Так, все. И с рядом... 4 постройки рядом с колодцем. С у меня нету. С церковью еще. Так, у меня колодец. Да, есть 4. Окружен 4, все правильно. 3, 4. И церковь. Церковь я не выполнила. Я тоже не выполнил. У меня 20. У меня 17. 17. Ну, не получилось. Давай на этот раз. Потому что посылала, наверное. Ну, даже это не способно. А если бы я не пасовала, то мне бы больше за зеленые клетки. Ну да. Может быть и так. Так. Так, ну что? Я 2, а ты клеишь дерево? Клей дерево. Клей. Все правильно, вот остальные клеят дерево. На клетке. Угу. На клетке леса. Нужно было мне вот это дерево на клетке леса построить. Я затупил. Тут написано на клетке леса. Не на светло-зеленом, а на клетке леса. Так, на клетке леса. На клетке леса, да. А мне нужно отклеить аккуратно. Клеить на клетку леса. Ну, так вот. Ну, тут же написано, вот мы же читали. В конце эпизода 7, также в других эпизодах в этой главе, вы получаете наклейки, которые будут наклеены на лесные клетки с маленьким квадратиком. Ужас просто. Прям стыдно стало. Ну, мы исправились, ничего страшного. Ну что, ты придумала? Я не знаю, ну это очень сложно. Давай вот так. На, читай эпизод 9, последний. Так. Внимательно, только читай, ты внимательно.
Применяются все правила из эпизодов с 1 по 8. Как в эпизоде 6, здесь снова применяются специальные правила «Вам не разрешается пасовать». Если игрок не может построить здание, показанное на карточке постройки, он должен будет объявить об этом вслух и завершить свое участие в эпизоде, после чего этот игрок больше не сможет построить никаких зданий в этом эпизоде. Если открывается блокирующая карточка, она по обычным правилам помещается в стопку сброса вместе со следующей карточкой. И здание, показанное на ней, не строится. Важно! Теперь вам также разрешено строить на лесных клетках. Вы не потеряете очки в конце эпизода за видимые лесные клетки. Потеря очков относится только к видимым пустым светло-зеленым. То есть мы можем на зеленых строить, но при этом, если мы не застроим зеленые, мы никогда не вычтем их. Ну да. Вы не потеряете очки в конце эпизода за видимые лесные клетки. Разрешено строить на лесных клетках. Да, но не теряем. Все правильно. Да. Только за светло-зеленые. Все правильно. Все так. Конец главы 3 это потом. Ну что, погнали? Ты готова? Да. Все, значит, строим только справа. На лесных клетках можно строить. Начинаем от лесопилки. И нельзя пасовать. Все, супер. Вперед. Вот она, желтая загогулина. Со старта пришла. Дальше. Красненькая палка. Ты ж не забывай, что можно на зеленых строить уже. Да, но я ожидаю. Ну, ты можешь и начать возле лесопилки. У нас было такое. Начиная с этого момента, каждый игрок должен строить свое первое здание рядом с лесопилкой. Последующие здания могут быть построены, как обычно, рядом с уже построенными зданиями, или также рядом с лесопилкой, если для них есть место. Тогда я пользуюсь. Ну да. Все? Строим. Опять красный. 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 Да. Да, вот так. Может, даже вот так вот. Следующий. Желтый. Желтенький уголок. Оп, все. Классно. Так, вот эту мы не строим. И желтенький пузатик мы не строим. Где он? Мы его переворачиваем. Все, он вне игры. Дальше. Так, желтенькая загогулина. Синяя палочка. Следующий. Ты уже подбираешь уже? Ну, да, потихонечку, мало ли, вдруг. Так, желтый. Ну, давай вот так. Ну, да. Синяя палка, да? Ты как-то отрубил прям все. Ну да, да. Синим. Да, синим отрубил, ну ладно. Все, погнали. Красный уголок, да? Так, надо прикинуть. Вот так, наверное. Оп, все. Вот.
Вот это хорошо. Это очень хорошо. Все, есть? Подожди. Давай. Можно же вот так. Ну смотри, а ты что-нибудь туда засунешь? Да, вот так. Ну давай. Ух ты, понеслась. Эти церкви сейчас будут нас мучить. Придется закрывать деревце. Вдруг красненькое вылезет. Будет неплохо. Оп. Так, ну давай вот сюда. Угу. Ну да. Так, все. О, три подряд церкви. Добрый вечер. Все? Подожди. Я, наверное, все-таки. Все, погнали. Так, синий. Пять очков. Ладно. Давай вот так. Ну да. Желтый. Вот сюда. Вот так. Угу. Дальше. Хоть одно дерево. Ну да. Два. Маленькое желтое. Если мне не выйдет красный. Ну, мне тоже, если вот это не повыходит, все, будет плачевная ситуация. И я, получается, колодец не закрою. И церковь не получу. И церковь не получу. Ну, смотри. Ну, ты можешь вот камушек закрыть камень. В любом случае. Не, закрывай камень. Давай камни. Ну, тоже выход. Все, приплыли, церковь. Хотя, может, не приплыли. Так не стоит играть. Придется закрывать колодец. Нет у меня выхода просто. И ни одна церковь не сработала. Печально. Это очень печально. В принципе, без разницы. Без разницы, да. Хотя бы одно дерево я... Хоть оставишь. Спасу. Дальше. Нет, все. Все, да? Но у меня еще... Так я и знала. Еще играю. Все, ты уже не можешь разместить? Да. Все. Ну, давай я доиграю. Вот она, видишь, вышла. А мне тут нужно синее. Ладно, я рисковать не буду, я его так закрою. Ну, мне везет. Прошлое тебе везло на маленький, теперь мне повезло. И последний. Все, я не могу его разместить. Поехали. Считаем. Деревья. У меня только три. У тебя? Три. Добавляй. Камни. У меня нет камней. У тебя тоже нет, да? Вроде бы нет. Пустые, светло-зеленые. У меня только одна. Нет, две. Минус два. У тебя? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давай количество построек в самой большой группе. Желтые у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это шесть. Потом синие у меня только два. И красные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот у тебя. Твои. Давай считать. Так, желтые у меня два.
Чего два? А, да, раз, два, три, четыре. Четыре. Так, красный три, синий два. Два. Ну, группа. Да, рядом с колодцем. У меня нет? Нет. И не три успела. Цвета рядом с церковью. Эта церковь не работает, это не работает, это не работает. И это чуть-чуть не работает тоже. Тебя тоже, да? Тоже. Пролетаешь. Да. Все церкви. Все, у тебя 15, у меня 25. Танюха, соберись. Да не везет мне. Да. Так, что мы там клеим? Так, ну я ничего не клею, ты клеишь деревце. На клетке леса. Ты наклеивать не клей нельзя сюда. Вот точечки. Так что сначала это наклей, а потом шандирай. Косяк на косяке. Это точно. Но. Все, читаем. Исправляемся. Да, сразу же. Так. Конец главы 3. Третья глава заканчивается после эпизода 9. К вашему огромному облегчению наводнение пошло на спад. Вы готовы продолжить игру? Тогда откройте конверт. Глава 4. Золотая лихорадка. Все. Чтобы не пропустить, что случится у нас в главе 4 «Золотая лихорадка», обязательно подпишитесь. Если были какие-то ошибки, пишите в комментариях. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Пока.